В общем, пробежала я 8.02, скажу так, что вообще недовольна, как складывается мой сезон. Но я довольна за своего мужа, он показывает хорошие результаты. И именно в этом сезоне это меня больше всего радует. Хочется сказать, что очень скучно бегать без Руслана и Светы. Я надеюсь, что они скоро поправятся и выйдут, потому что действительно что-то не то. Я привыкла, что нас всегда трое, а здесь как-то, ну, даже грустно, если честно. Поэтому, девочки, поправляйтесь, я вас очень жду на дорожке.